Oh, hi. I'm Brandon Blanchard. I work at McHenry Vineyard in Bonnie Doon, California. We are a small family-operated vineyard. 2.5 acres, very small, 350 cases a year. We only make Pinot Noir. 250 cases, that's it? 350. 350. Yeah. One case is 12 bottles. Yeah. And so we are also all estate-grown grapes, so on the property that you're on, we grow the grapes, and in this room we bottle, produce, and label the bottles. Is it like a fun place, or it's profitable business? It's profitable, but it's small. Okay. It's a side business for the family. Mm-hmm. What is the major business? We all have our own professions. Okay, this is more like a passion business. Yes. It's bigger than a hobby, but not quite a livelihood. All those ribbons behind you. So, how do you get those? These are state fairs or county fairs. We make good wine and we get judged and we earn them, I guess. Wow. Okay, I will translate to our audience. Okay. Так, друзья, мы в маленькой винодельне, там 2.5 акра, это буквально гектар с небольшим у них виноградников. Это такой семейный бизнес, они фан имеют, они прибыльные, но, в общем, не то, чтобы там они с этого живут. Вот, и вот эти вот медальки, которые вы видите, они их получают на ярмарках, на выставках. Значит, все, что они делают Пино Нуар. А? И, ну, какой-то, видно, очень хороший. Так, Алла, скажи. У них всего 2.5 акра. Пробуй. И около 4000 бутылок в год они делают. Да, 300, он сказал 350, да? Будем покупать. 350 ящиков, ящик это 12 бутылок. То есть, да, 4200 бутылок в год, это все, что они производят. Хороший пино нуар. Да, я думаю, что мы можем очень даже купить. So do you sell it here as well? What's that? Do you sell it here as well? We sell here, yeah. Well, okay. We sell here and then we sell in restaurants and because I think got just 4,000 bottles, maybe you don't have enough to sell. Oh, we do. Okay. I mean, we drink a fair bit, but yeah, we sell directly. Я сказал, что они тоже выпивают, но не все. Немного на продажу остается. Да, а еще по ресторанам продают. Это very good one, very good one. I think the Lord will forgive us. Our winemaker. Вот из этой бутылочки мы сейчас пили Пино Нуар 2012 года. Это было нечто. Алла, ты согласна, что это было? Yeah, we had a pretty good year. And very similar. Oh yeah, они с 80-го года делают вино. I think we get more. И основатель этой винодельни, оригинальный основатель, он зав кафедрой там в университете Санта-Крус тут рядом. No. Хорош, очень хорош. Тут у них ценник есть. Would you mind if I show the prices? Oh, sure. Yeah, okay. Вот у них тут ценничек есть. И, значит, 12-го года Pinot Noir 34 за бутылочку, 38, 34, 27. Вот они тут разных достоинств. 2009 года. В общем, вот так. So, we try this one. Да. Okay. Это называется, в принципе, они такие бутик-вайнеры. То есть они так делают их небольшое количество. Такое бутиковое. У каждого свой бизнес, а это не то чтобы хобби, немножко больше, чем хобби, да, которое не дает убытка. Ну вот они в этой комнате все делают. Вот где-то мы тут находимся, давай я покажу. Нет, не здесь. Нет, здесь они хранят. Хранят? Окей. Ну, в общем, вот такое место прикольное. Тут у нас сырок, печеньки. Ну, в небольших количествах, конечно. Да. You should have come in earlier when we had the full display of cheese. No, it's okay. То, что я сейчас собираюсь отведать, друзья, это, ну, поскольку виноградник сам вообще небольшой весь, то это просто с другого угла этого виноградника. Мы сейчас попробуем. А, вот ты чувствуешь разницу? Я чувствую, это более мягче, но лучше идет к себе. Насколько удивительно заметна разница между двумя углами одного виноградника, ты понимаешь? Ну, то, что где, да, сырье. Меньше сульфатов, там говорят, и солей. То есть, удивительно. Легче, оно идет хорошо. Не такая закисленная почва. How come they are so substantially different, if they come from pretty much same piece of land? How are they different? Yeah, why they are so much different if they why come the from? Why the taste so different? So we picked 4 different clones because they ripen at different times to hedge our bets against bad weather or pests or bugs. Mm-hmm. So they have different timing. So depending on the weather, they might develop differently.
But also, this particular place in the vineyard is more sun mm-hmm. and flatter. Mm-hmm. So that also contributes. And do you mix them or blend them? We blend that. These are three of them blended, mm-hmm. whereas this is just on its own. Mm-hmm. So this one is the same. Вообще много, конечно, приемных у них для этого дела. То есть оно не случайно разное. То есть там три. Вот первый, второй, это два. Это не смешанный, а вот тот, который первый был, там было три замешаны. No, that was the first one was mixed, so it was. It's all Pinot Noir, but the clones are mixed. Okay. Okay. So this not mixed. Yeah. Okay. And the name of that clone is Swan Clone. Swan Clone, okay. Named after a man. Да, это лебединый. Лебединый Пино Нуар. А вот это уже 10-го года. То было все 12-го. А это 10-го года. Maybe because it's mixed, it's more... So it is mixed? Is it mixed as well? Yes. Hi, guys. Come on up. Вздрогнем. Давай, давай за Леву. Да, раз он у нас именинник. Давай. Лева. Да. С днем рождения. Все. Спасибо. Не последний раз, так? Слушай, тоже рад. Тоже хороший. Очень хороший. Тоже оно легче. Другой мне год, кажется, другой что оно. Да. Второе мне пока больше всего нравится. Но... Слушай, какой класс. Да. Хорошо. Хорошо. Даже не хочется вот сахара подсыпать. Я шучу. Да. Сахара не хочется подсыпать. И вот из четвертого нам продлевают из списка. Видите, их там в списке четыре. Вот. Четыре. Вот мы четвертый пробуем. Так, давайте какие-то комментарии узнаем. Были? Нет, пока. So, a few words about this one. That was the last one? Yeah. Yeah, nice. Okay, the 09 Estate, all four clones are in one bottle. Mm-hmm. This wine is special because it was affected by a forest fire. Wow. That happened. By what? A forest fire. Oh, my. So okay. We had to evacuate the winery, and the fire came to within a mile uh-huh. of the property. Yes. Smoke was on the grapes for 1 week. Oh. So we did a little bit of extra. It absorbs, and we had to filter it more. Mm-hmm. But you'll smell and taste a little bit of smoke. Да, интересная история. Значит, тут был пожар. Вы speak Russian? Ah, but are you from Russia? Ukraine. We lived in Russia 25 years ago. Yeah. Cheers. Wish we had some vodka, but we'll have to do some good California Pinot. Yeah. И, значит, был пожар в миле отсюда, и дым стоял неделю. Москва, я уверен. И они эвакуировались, но виноград набрался этого дыма, который был в течение недели. Чувствуется немножко. Да. Нравится? Абсолютно. Ребята, он дымок чувствуется только так. Ну да. Это просто невозможно даже представить себе. Я никогда такого не испытывал. Очень вкусно. Но мне не очень. Не очень. Может быть, потому что дымок, я сказал, что дымок. Я не хочу. Дымок мне не нравится. Но необычно. Очень, очень необычно. Вот это оно самое дорогое и самое вкусное. Ну что, мы сейчас будем решать, что взять с собой. Тут нам оформляют покупку, квитанцию, все вручную, как положено, консервативно все. А вот, друзья, за 15 баксов продают такие коробки, называются винные такие, не знаю, как перевести, чермушки, вот, шармушки, да, слово шарм. Это одевается снизу на рюмашку, для того, чтобы не перепутать ее с чужой рюмашкой, когда бывает не очень соображает, где ты, что ты, и много народу, у каждого своя рюмка. Значит, вот ты одеваешь себе такую штучку снизу на ножечку, и вот никогда уже больше не пьешь чужого, только свое. Только свое. Здесь, друзья, мы видим с вами изнанку жизни американских виноделов. Это домик, в котором они живут. Вот когда посетителям хочется в туалет, они идут в дом. И в доме есть туалет. Вот тут деревья. Все это так в горах Санта-Крус. Тут очень живописно все.
И вот там сама вся та винодельня, собственно, вот то, что вы видите. Так все представит нам тетка, говорит, из Раши, с Украины, говорит, откуда из Раши. Мы говорим, да мы же 100 лет как местные. Ну, пристает. В общем, вот вся винодельня, ребята. Вот посмотрите. Вот у них тут вот весь их виноград. Он там и растет. Ничего такого тут нет. Все очень такое камерное. Камерное. Да. Естественно, редвуды местами. Вот видите, вот там впереди такие большие. Вот это редвуды.